Индийских снов, спасибо. Я в год ходил на танцы. Вау, здорово. Не ты просто. Я тебя видела в 4:00. Здорово, второй ты узбечка. Нет, я русская. Салам алейкум, валейкум, ассалам. Билеперче. Какой твой любимый роман? Роман Аспид. Аспид. И это именно не какой-то сериал или фильм, а именно книга «Аспид». Советую, почитайте. Очень интересно. А еще «Великолепная ведьма» тоже классная. Вот. Книги очень хорошие. Давай увидимся. Можем увидеться. Вот, приходи на танцы, как раз там увидимся с тобой. Нет, невозможно. Русская такая красивая. Нету, только узбечка красивая. Ох, я же русская. Я далеко. Вообще во мне ни капельки узбекской крови нету. Я чистокровная русская. Мама русская, папа русский тоже. Дедушки, бабушки тоже русские. Не вижу. У тебя есть знакомые русские девушки постарше, незамужние? Нету, нету. Я общаюсь только с замужними. Или с девушками, которые в отношениях. Вот. Ой, спасибо за подарочки. Где Нура? Нура, не знаю. Она или дома, или на работе. Этого я точно сказать не могу. Спасибо за подарочки. Вышла бы за Кыргыза, думаю, да. Почему бы и нет? Давай увидимся. Я же говорю, приходи на танцы, там увидимся как раз-таки. Вот. Вы в отношениях? Нет, не в отношениях. Тебе 19? Нет, мне 20. Ты сколько зарабатываешь? Я зарабатываю достаточно, чтобы содержать себя и свои хотелки. Вот. На жизнь хватает, в общем. Ди, строй любовь и не снимай эфиры. И вправду. Надо выходить и строить свою любовь. Прямо сейчас ночью пойду. Буду любовь свою искать. А ты читала «Мастер и Маргарита» роман? Нет, не читала. Честно, нет. Закрой глаза, это мой мир без тебя. Считается, хорошо, считается. Закрой глаза. Примитивно, но считается хорошо. Иди ко мне, дейт. Нет. Ты откуда? Я из Бишкека, из Кыргызстана, из Бишкека. Ушел. Кызбы. Кыз. Нет, мен орыс кыз. Да уж, ребята. Привет из Украины. Привет, привет. Ты в ванне сидишь, что ли? Нет, я на кухне сижу. На кухне сижу. Кто сейчас держит билет, уж выясню что-то. Чуть-чуть. Ты красивая. Спасибо. Спасибо. Вот вы сказали, и на душе потеха стало. Ох, книгу прочитала. Ой. Прочитываю за 2 дня. В общем, вы прочитываете за 2 дня книгу. Здорово. Я, если прям сяду, прям буду читать, не отвлекаясь, то могу, ну, за 3 часа прочитать. Но это смотря еще какая книга будет. Вот. Сколько тебе лет? Мне 20. Мне 20. Видела мира твой надо мной.
Я всегда это знал. Замолила облака там. Почему не кушаешь? Да что-то не хочется. Вот прям удивительно, что не хочется. Блин, у меня волосы сохнут, они такие пушистые становятся. И чулок вот сюда вот так вот завивается. Развиваться — это полезно, и правда. Полностью солидарна с вами. Привет, привет, привет. Привет всем. Откуда ты? Я из Бишкека. Покушай воды на стриме, пожалуйста. Сколько весишь? Я вешу 60 килограмм. 60. Хотела бы не русского сегодня. Да, да, русские мне не нравятся. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Шикарные волосы, спасибо. Как отрастила волосы? Не знаю, они сами растут, честно. Их последний раз стригла просто в марте прошлого года. Вот. Вот так вот стригла. Почти каре было. И сами отросли. Ой, ужас. Привет из Кыргызстана. Весело мира твой надо мной, я всегда это знал. Где подруга, которая плачет? Она сейчас дома. Отдыхает дома. Скорее всего. Ну да, она тренировки тоже закончила, сейчас сидит дома. Вот. Маникюр, вау. Спасибо. Красиво, спасибо. Мать, откуда ты, милая? Из Бишкека. Еще в Америку не улетела? Нет, еще. Я же говорила, в течение полугода. Еще полгода как бы не прошло. Поэтому пока еще в Бишкеке. Почему в Давинчи больше не заходишь? Давинчик. Я уже забыла, что это такое было, если честно. Это правда. Девушки, не знаю. Я не стригла.